Привет. Посмотрел сегодня пятый влог Николь. Мне там понравился момент, там где она рассказывала про то, что когда идет провокация сознания или какая-то атака от системы, и ты не вовлекаешься в эту игру, потом получаешь после этого подарок или поддержку с духовного мира. Это очень интересно. Я только что сейчас это прочувствовал на себе. На протяжении на протяжении 40 минут была внешняя атака сознания, посещали разные мысли, там паника, предложение оценки. Я просто взял дневник, начал писать, писал. Интересно, так появилось со временем отождествление, как будто шли какие-то боевые действия снаружи. Они оказывали давление на мое тело. Но я как бы наблюдал за этими боевыми действиями со стороны. Просто они как бы идут. Внешне там кто-то бегает, актеры кипишуют в голове, какая-то там паника, сумбур. А я как со стороны какой-то наблюдатель, я за этим всем наблюдаю, и у меня внутри, как ни странно, покой. То есть меня никак не цепляет то, что происходит снаружи. Мне стало любопытно. Я начал за этим наблюдать еще больше, писать все мысли. То есть сначала шел какой-то поток мыслей, сумбур от сознания. Потом просто начал записывать мысли, которые приходят там, описывать какие-то предметы у меня на кухне, еще что-то. Потом сознание истерично попыталась еще несколько раз сделать кому-то оценку, отвлечь меня, вовлечь в игру свою. Я просто сидел и писал. И по истечению этого промежутка времени почувствовалось такое ощущение свободы и радости внутри. Ощущение счастья, такой поддержки, действительно, вот этой поддержки, этой, не знаю, подарок духовного мира, ощущение такой радости и единства настолько хорошо душевно. Спасибо. Наблюдайте за своим сознанием.